Всем здоровенько. У нас пополнение в автопарке. Сейчас покажу. Такие два грузовика. Ладно, шучу. Короче, вчера загрузили, у меня рессоры вообще провисли. Сейчас покажу. Газель вот на заниженная. Посмотрите на рессору, она просто стала ровно. Загрузили, я не знаю сколько, но тут больше тонны. Вот эти два палета и там сзади еще один такой же. Сейчас повезу, надо аккуратно ехать, чтобы... Вот, короче, они тут не закреплены, он может в бокс ехать. И все, суши весла тогда. Это заказ на Каре. Каре обувной магазин, но мы на фабрику возим. Миша уже уехал, у нас две машины загружены. И ему еще два раза сегодня ездить, потому что, ну, за один раз все не помещается. Короче, большой заказ они сделали, везем. А я сегодня в Новомосковск еду, должен с вечера грузиться, чтобы выехать нормально на Новомосковск. Но с вечера загрузили мне вот эту хрень, сейчас я ее отвезу. Там можно долго еще встать и разгружаться. Потом приеду, загружусь и поеду. Главное, поворот-то в тачку не нагинать, чтобы это не улетело в боксе. Ладно, надеюсь, нормально доеду. Попал я в пробку, в общем-то, в утреннюю. Ну, время 9:30, конечно, в это время всегда здесь стоямба. Блин, сейчас пока я туда приеду, сейчас пока там выгрузят, там уже Миша будет первый сейчас выгружаться, пока его выгрузят, потом меня. Это очень все долго. Потом пока вернусь обратно, пока загружусь, я в лучшем случае в обед сегодня только в Новик выйду. Приеду хрен знает во сколько. Такие движения, это вообще не люблю, вот эту движуху такое. Должен ехать Новик, значит еду или в Калугу. Нет еще здесь вот разруливой ситуации. Успех неизбежен. Я здесь добрался, блин. Нахрен все перекопано. Пойду к охраннику. Скажу, что пускал меня. Здрасте. Силану. Блять, ну и воняет тут на районе, как будто кладбище животных здесь где-то. На боковые сказал ехать, значит, кары будут выгружать. Блять, такие колдобины. Богатая контора такая. Ну, кары, сами знаете, магазины по всей России. Могли бы себе тут асфальтик положить. Бродяга стоит, курит. У меня такое ощущение, что его еще не выгружали. Че, бродяга? Ничего. А тебя не выгружали еще? Нет. Че там у Миши? Баннеров, не знаю сколько, или с того. Че, ждем выгрузку? Кофеечек? Hyundai. Управляй мечтой. Я что-то у себя-то не посмотрел. Нормально доехал? Все на месте вроде. Нижний такой чуть-чуть скривился, конечно. Но это под давлением верхнего. Так все на месте. Доска он прогнулся. Чуть-чуть съехал, вот он. Но это уже извините. Извините, не наша история. Не знаю, как они меня будут выгружать. Кара, короче, сбоку, если только подъехать может. Но палет боком вот так не помещалось, только так. Если только за ремни как-то подтягивать и на вилах вытаскивать. Не знаю, короче. Вручную перегружать точно не вариант. Ща. Акрил этот выгрузит, потом баннера у меня там еще есть. Ну там баннеров не особо много, маленький. Потом я пойду выгружаться. Пацаны там курить пошли, за тачкой сидят, курилки курят. Я помню тоже на заводе когда-то работал. Ну, на таком заводе машины делают, короче. Сиденья для Октавии, Тигуанов делали. Так себе времена, я скажу. По звонку курить, по звонку обед, в туалет не сходить. Короче, вообще, завод это такой, как вспомнишь, блядь. Как это, блядь.
На привязи. Другое дело, вот на тачке приехал, сейчас выгрузится он, поехал, свободное плавание, заехал, взял кофейку, туда-сюда, короче, движения нормальные. Ну, конечно, своих минусов тоже много. Ну, по крайней мере, свобода, а не вот эта привязанность заводская. Поехал. Моя очередь теперь. Должно скорость поставил, чтобы не укатилось, потому что катал он мою тачку там нормально. Так, я выгрузился, короче, сейчас выкатываю резко до базы, гружусь, и пора уже, конечно, я уже должен в том районе быть, на московское время 10:30, а я еще здесь тусуюсь. Поехали. Я, в общем, на базу уже заехал, там быстренько загрузился, выезжаю в Новик. Заехал, кофейку еще взял, естественно, без кофе вообще не жизнь. Все, первый час мне ехать до первого клиента. На улице, кстати, распогодилось вообще по-жесткому. Я вам кофточку даже подснял. Жара, жарко, обещают вот такое потепление. Ну, погода чудесная. Правда, времени уже много. Это меня печалит. Объявляю сегодняшний день, посвящен пробкам. Пробки по везде. Я в городе простоял. И там, и сям. Сейчас пытался из города выехать, но выехал, там тоже постоял. И вот уже на трассу выезжаю, думаю, сейчас свобода тут будет. Но трасса же все-таки. И все равно мы тут стоим. Там дальше, конечно, светофор. Но тут не было затора раньше никогда, все равно ехали нормально. Я не знаю, куда что сегодня все суетят, все куда-то едут. Еще вот эти большегрузы меня вообще напрягают, они еле едут, блядь. Горку он вообще не тянет, пробки создает. Короче, вообще сегодня напряжно вот с этим совсем. Время уже, хрен знает сколько, время жмет. Время жмет, пробки стоят. Короче, все против. Вон заниженный таз радует глаз, еще один. Тот был лучше, конечно. Ладно, вроде разгоняемся пока что. Петухов, если когда-нибудь не видели, то смотрите, вот он теперь меня едет. Не знаю, на камеру видно, нет? Может быть, слышно вам? У меня, смотрите, весь лоб уже в песке. Вполне чисто пескострует, едет. Просто с него песок упал, он херачит. У него там не накрыто ни хрена. Но это ладно, у меня рабочая тачка еще. А на своей, если бы я вот так ехал, я похерил бы просто. Ебло таким надо скрывать, мудакам. Потому что надо накрывать свою эту, блядь, будку, козел. По области раскидал всех, в принципе. Донской, там Кимовск у меня был. Сейчас через 5 минут буду на московский, здесь уже на въезде. На московский у меня 1, 2, 3, 4. 4 клиента, по-моему. 2 там, считай, на одном месте. Ну, короче, там все близко. Раскидываю их и еду за кофе, естественно. Мне нужен заряд энергии, мне нужен кофе. И, кстати, сегодня сейчас вернусь на базу. Опять загружу такой же поддон, как сегодня утром на каре возил. Потому что Миша поехал еще отвозить, но еще один остается потом, но на третий раз не успевает доехать, потому что по Туле тоже много клиентов надо развозить. И ему уже там было некогда, поэтому я завтра утром повезу. Он-то утром в Калугу уедет. А я повезу, сейчас вечером закинем этот палет тяжелый, и я его повезу. Че нам полицейским его вот так обвинить? Вот. Ну так и дела, короче. Работаем. Суета гаражная. Первый раз, когда я сюда ехал, года два назад, наверное, я вообще найти не мог клиента. Звоню Михалычу, мне там объяснял кое-как на пальцах. Ну тут вообще непонятно, вот так забрался чувак в гараж, ну контора их. Хрен знает где, ни вывесок, ни указателей, просто вот обычные гаражи. Тут что-то типа автосервис, по-моему, и то без вывесок всяких. И они вот здесь за забором. А так, по незнанке ты их не найдешь, конечно. Но мы опытные, мы находим. Найдем любого. Ты только скажи.
Вот, что-то стройка какая-то началась раньше, тут не было этого. Наверное, еще какую-нибудь контору строить будут. Акрил один сейчас тут выгружу. Сегодня все акрил заказываю. А еще баннер там у чувака. Сам пусть тащит, конечно. Мужики, блин, 10 человек, а один лист тащит. Мы вдвоем загружаем такие листы. Все, осталось 3 клиента, там вообще у них, короче, по мелочи. И вот... Короче, херня происходит. Клиента нету самого. Девки там сидят. А там баннер вот этот тащить надо. Ну, я сказал, что я его внизу, в общем-то, оставлю. Просто как заказ вот делают, надо знать, что я приеду. А его сегодня вообще-то заказчика не будет. Знаешь, он рассчитывает, что я его таскать буду. Да, как я не люблю вот эти качели, блядь. Вот нахер мне нужно таскать его. Ну, а куда обратно выйти? Сначала думал, ладно, донесу до второго этажа ему. Он на втором этаже клиент. Слушай, что-то Зоя такая сделает, ну пошел ты нахер, блядь. Я весь, блядь, испачкался, сука. Этот баннер валяется хер знает где, везде подряд. Его, блядь, таскают, кидают. Он тяжелый, если что. Пизду, на первом этаже, короче, оставил. Сейчас фотку ему скину, на всякий случай сфоткаю, что я ему положил. Если кто там сворует, ко мне претензий нет. Надо, когда заказываешь, на месте присутствовать. Вот клиенты мне эти так вымораживают. Ну, ты, блядь, как сказать, не можешь, если сам принять или некому. Ну, скажи, давайте бабла накину, то есть мне. Ну, а что? И, типа, помоги мне занести. А что ты думаешь, я тебе бесплатно таскать должен или еще что-то? Я тебе, блядь, не грузчик и никто там еще. Все вот эти клиенты, блядь, все хотят халяву. Конечно, есть адекватных пару. Они всегда знают, что, ну, понятное дело, человек, если просишь помочь, то надо, типа, заплатить. Кто тебе бесплатно будет помогать? Вы, блядь, приходите куда-нибудь и бесплатно вам кто-нибудь дает что-нибудь? Почему я должен бесплатно вам что-то делать? У меня это в обязанности как бы не входит вообще никак. Если я каждому буду помогать, я, блядь, выеблюсь на этой работе здесь. У меня зарплата не позволяет всем тут угождать. Я поехал к последнему клиенту. У него там вон магнитный винил чуть-чуть. И все на сегодня. Я еще после операции, я вот сейчас тяжелый потаскал, у меня чуть... заболел тут, конечно, неприятная херня. Еще свое здоровье гробить ради каких-то этих мудаков. Мне это нахер не нужно. Разошелся, конечно, но меня злость берет, потому что. И вы скажете, клиент не понимающий, не догадывается. Да как не догадывается, просто они барыги все. Все хотят урвать халявы. Вернулся на базу я, короче. Приехала тачка. Выгружается. Материал выгружают. А как грузчики здесь наемные, они мне должны еще закидать. Не знаю, когда это будет. Потому что я в 6 отсюда.